Самый интересный танк в игре. В чем же он самый интересный? Возможно, во внешнем виде, но выглядит он обычно. Нету никакого футуризма, никакого вау-эффекта, никакой эпичности и дерзости во внешнем виде нет. Просто обычный танк. Не страшный, не супер красивый, просто нормальный. Может быть, он самый интересный, потому что самый имбовый, на нем легко играть, и он ставит весь рандом на колени. В принципе, он сильный, но для этого нужен скилл. А это уже имбой сложно назвать. Это просто сбалансированный хороший танк, на котором можно активно хорошо играть. И я уже начал говорить, в чем он классный. Конечно же, он самый интересный в геймплее. И как вы уже заметили, это объект 140. С ним может посоперничать только танк, который был его предшественником, Т-62А. Он такой же интересный, но немножечко другой. Почему же объект 140, на мой взгляд, самый интересный танк по геймплею в нашей замечательной картошечке? Потому что ты каждый бой получаешь много игры. Ты наигрываешься каждый бой. Даже если все плохо, то ты так или иначе успеешь поиграть, хоть немного. Также тебе нужно делать много действий, и если они правильные, это принесет свои плоды. На танке можно ловить рикошеты бортиком. У объекта 140 очень хорошо рикошетит ВЛД, особенно если его выкручивать или наклонять танчик назад. Неплохо танкует лоб башни, конечно же пробиваются лючки. Но размер танка небольшой, он очень маневренный, подвижный, поэтому нужно много двигаться, очень часто подстраиваться под рельеф на карте, изучать вокруг себя каждый холмик, ямку и искать выгодные для себя наклоны, склоны, холмики, чтобы играть от башенки, наклонять правильно свой танк. Ты играешься с рельефом вокруг себя так, чтобы он был для тебя полезен и максимально неудобен для врага. Орудие позволяет делать с врагом все, что ты хочешь. Ты можешь мучать его, ставить на каток. Можешь что-нибудь во время того, как ты его расстреливаешь, сломать ему специально. Альфа маленькая, но за один вражеский выстрел ты ему можешь напихать столько, что он может не унести уже. Также великолепная точность, стабилизация и сведение. Это танк, который готов к стрельбе всегда, что бы ты ни делал. Но даже здесь иногда вписывается в ВБР, но довольно-таки редко. Это еще один огромный плюс в копилку этого танка. Особенно сейчас, когда повыходило очень много танков, которые играются в основном от альфы. А от альфы чаще всего пушки кривые. Сейчас вообще не модно играть на танчиках, которые играются от скорострельности маленькой альфы и ДПМа. Модно просто выехать, стрельнуть на пол хп куда-то там в силуэт. Если ВБР позволит, урон вылетит, нет-нет. Ну а потеть на таком танке, как объект 140, захочет не каждый. Ведь это нужно пропотеть от самого начала боя до самого конца. За счет этого ты получишь реально игру, реально геймплей. Ты будешь играть от начала до конца во все механики World of Tanks. Мелкие, крупные, которые ощущаются на кончиках пальцев. Все вот эти вот рикошеты бортиком. Игра от башенки, поиск рельефа на ходу. На этой карте я приехал сюда первый раз. И с первого же раза нашел себе нужный рельеф, который мне стал выгоден, а врагам он принес поражение. Вот что такое игра на объект 140. Это кайфовые врывы, активная игра. Игра не только против врагов, но и с рельефом вокруг себя. Офигенное кайфовое орудие, с которым сейчас в рандоме многие не знают, что делать. Поскольку они привыкли, что у врагов КД примерно по 10-20 секунд. Их сверху поливает арта. И между этим всем в рандоме нету никакого чела, который просто активно врывается и нагло играет на каком-то там устаревшем советском СТ, который вполне себя бодро ощущает. Недавно этот танчик апнули, буквально патч назад. Ему добавили всего ничего. При введенке ВЛД стало 260, а орудие стало опускаться на 7 градусов. Но это именно те изменения, которые нужны этому танку. Ведь ВЛД — это та грозная защита, которая отбивает именно нужный снаряд в нужное время, когда мы вовремя выкрутили корпус.
7 градусов УВН – это именно то, что нужно этому танку, поскольку мы все время играем не только против врагов, но и против рельефа. И танк стал еще круче. Хотя изменений было так мало, что многие могли не заметить, что этот танк вообще апнули, что он вообще существует до сих пор. Этого танка давно не было в ангаре, поскольку у меня было очень много других советских СТ, 907, 62, 430У, я все-таки восстановил снова объект 140, и как же я кайфанул. Какие-то там 907, 430У, все это шляпа. 907 не дает тебе комфортного геймплея с рельефом, он неудобен. Да и броню его переделали, он просто в ЛД пробивается, это раздражает. Орудие кривоватое по сравнению со 140-м. Поэтому этот танчик неприятный, но тоже сильный. 430У это такой танчик, который идет на поводу нового времени в картошечке. Вот я весь такой бронированный, у меня нет уязвимых зон. Я играю от альфы, выехал куда-то там кривой пушкой бахнул и доволен. 140 не такой. Он приятный, кайфовый, удобный, дерзкий, жесткий, быстрый, резкий, просто офигенный. Это один из тех танков, с которых начинался мой канал. И насколько же он до сих пор крутой, этот танчик. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.